Почему они так мало пластинки продают? Вы знаете, ну, на этот вопрос я не могу вам ответить. У меня за лет 10 все-таки вышло довольно много по количеству, большие тиражи пластинок, но их было 4. Почему это так? Я думаю, что этот жанр очень новый для нас. И очень непривычно вдруг певца с гитарой, написавшего свои тексты, вдруг взять и начать, так сказать, делать пластинки и так далее. Было непривычно. У нас принято, чтобы был композитор, чтобы был поэт и был отдельный исполнитель. Так как я не вокалист, голос у меня, как вы понимаете, довольно такой странный.